И спать хочет, да? Давай теперь сама маши, дочь. Ева! Такой была наша первая встреча с маленькой принцессой по имени Ева несколько лет назад. Отсутствующий взгляд, равнодушное отношение к игрушкам и полное отсутствие реакции даже на голос мамы. На тот момент Ева только восстанавливалась после миокарда сердца и 2 месяцев реанимации. Да и мама едва начинала приходить в себя после пережитого. Первые полгода не вылазили из больниц. Когда нас наконец-то выписали, мы начали ходить по всем неврологическим центрам. Но от нас везде отказывались бюджетные, платные врачи. Мне никто не давал шансов. Сказали, она даже не доживет до года. Но мама малышки наотрез отказалась верить всем пессимистичным прогнозам, несмотря ни на что продолжала поиски хорошей клиники для своей драгоценной крохи. Страшные диагнозы – ДЦП, псевдобульбарный синдром, гидроцефалия, эпилепсия – не пугали женщину. И вскоре в одном из реабилитационных центров взялись помочь. Уже после первого курса восстановления стали заметны сдвиги. Девочка стала активнее двигаться, пытаться держать головку и даже перевернуться. Стала активнее пытаться жевать. У нее уменьшился бульбарный синдром. Стала реагировать на звуки, на окружающих, проявляет свои эмоции в виде радости и смеха. Это зайка, это петушок. И с каждым курсом реабилитации девочке становилось все лучше. Кажется, вот-вот, еще немного, и девочка сделает первые самостоятельные робкие шажки. А может, и произнесет свое первое в жизни слово «мама». Она стала понимать, она стала соображать, у нее пытаются какие-то звуки сказать. Она знает, кто такая мама. Если раньше она вообще не понимала ни меня, ни чужих людей, то теперь маму она от других отличает. Она даже видит мыльные пузыри. Если раньше она не видела, не слышала, то сейчас у нее появился слух, появилось зрение. А самым главным достижением своей кровиночки мама считает появившееся у дочки умение самостоятельно глотать и разжевывать некоторую пищу. Все эти успехи не были бы возможными без вас, самых добросердечных зрителей нашего канала. С каждой реабилитацией девочка становится все больше похожа на обычного ребенка. И это благодаря вам, благодаря каналу ОТВ и зрителям, которые неоднократно нам помогали собирать средства на реабилитацию. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья. К сожалению, путь к выздоровлению предстоит еще очень долгий. Только один курс реабилитации обходится в 70 тысяч рублей. Заоблачная сумма для одинокой мамы, живущей и оплачивающей лечение ребенка только на социальное пособие. Моя умница. Вы уже не раз оказывали поддержку этой семье. Мама Евочки признательна всем без исключения. Страшно представить, что было бы, если бы тот сюжет про маленькую девочку остался без внимания неравнодушных людей. Возможно, и на этот раз удастся общими силами помочь этой крохе с по-настоящему бойцовским характером. Если вы клиент Сбербанка, отправьте смс на номер 900. Не забудьте вначале указать слово «Феникс» и сумму через пробел. Сумма спишется с банковской карты. Курс реабилитации для Евы назначен на декабрь. Хочется верить, что в жизни этой малышки случится предновогоднее чудо.